программа «День с толком». В студии Ирина Горчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Могут ли мост на новом рынке сдать раньше срока? И можно ли теперь добираться на общественном транспорте быстрее, чем на авто? Бесхозный памятник, часовня на месте гибели Михаила Евдокимова осыпается спустя 2 года после реставрации. О чем мечтают барнаульские дети и кто сегодня их кумир? Ветер, который сбивает с ног и валит деревья. Эти кадры сегодня снял житель Рубцовска. Город охватила пыльная буря. Ветер достигал 28 метров в секунду. Сейчас в Рубцовске устраняют последствия стихии. Сообщается, что в городе затруднено движение транспорта. Сильная буря сегодня дошла и до Барнаула, хоть и не в таком размахе. Добавим, что гидрометцентр сообщает о штормовом предупреждении на территории сразу нескольких районов края. Всю неделю регион ожидает шквалы ветра и заморозки до минус 2 градусов. Сейчас вы видите список районов, которые накроют сильный ветер уже через пару часов. Об этом к этой минуте сообщили спасатели МЧС. Быстрее, чем до закрытия путепровода на новом рынке. Спустя 1,5 недели барнаульцы говорят, что, выбирая общественный транспорт, доезжают до работы без пробок. Об этом сегодня сообщили представители мэрии на пресс-конференции. Что планируют предпринять для улучшения дорожной ситуации предстоящей зимой? Почему не все таксисты могут ездить по выделенкам? И стоит ли ждать завершения ремонта раньше намеченного срока? В нашем сюжете. Люди даже благодарят. Те, кто выбирает автобусы и трамваи, едут быстрее, чем раньше. Выделенные полосы для общественного транспорта дают результаты, говорят и представители администрации города и ГИБДД. Да, личному транспорту приходится стоять в пробках, но приоритет определили заранее. Провозная способность автобуса, там, большой вместимости, это 100 человек, машины максимум там, 5. Да? То есть, исходя из этих простых подсчетов, приоритет именно дается общественному транспорту. Я вам больше скажу, что очень большое желание сохранить выделенные полосы. А что зимой? Вопрос, который тоже волнует горожан. И для Барнаула закономерный. Вместо 4 полос на том же Ленинском проспекте в зимнее время останется 3. Задача стоит простая. Те объездные пути, которые на сегодняшний день у нас приняли на себя дополнительную нагрузку, должны быть в идеальном состоянии. Да? И вот что для этого нужно сделать, сейчас прорабатываем, какое дополнительное финансирование, может быть, на это надо. К слову, больше выделенных полос не планируется. Пока водители и частников продолжают учить, как двигаться по этим. 300 человек наказаны рублем. В конце июля появятся камеры, возможно, к тому времени нарушителей станет меньше. Плюсы выделенок отмечают и водители скорой, а вот таксисты ездить по ним не смогут. Ведь в Барнауле лишь одна официальная компания такси, остальные не имеют документов. И еще раз о сроках. Раньше ремонт путепровода не завершится, но и увеличивать сроки не планируется. Сейчас мы готовимся к демонтажу, началу демонтажа уже пролетных строений на тех участках, где они не пересекают РЖД. Вот. Ну а соответственно, как получим акт допуска, будем прорабатывать технологически весь процесс, как мы будем рассекать и убирать пролетные строения над основным ходом железной дороги. В целом, мониторинг дорожной ситуации в связи с перекрытием путепровода идет в ежедневном режиме. И по мере поступления вопросов от граждан, их стараются прорабатывать, в том числе и нехватку общественного транспорта. Возможно, этот вопрос обострится ближе к осени, когда автобусами и трамваями вновь начнут пользоваться студенты и школьники. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Машины есть, водить некому. В Барнауле на нескольких городских автобусных маршрутах пришлось снять пути машины. И связано это не с дефицитом подвижного состава, а с кадровым голодом. Почему профессия водителя сейчас не особо привлекательна, в этом разбирался Дмитрий Дроздов. Александр Бычков уже более 10 лет работает водителем автобуса. И если для кого-то это изнурительный труд, то для него, можно сказать, образ жизни. К пробкам и скандальным пассажирам уже давно научился относиться спокойно. Водитель с крепким характером. Сейчас вот сделали выделенные полосы, как бы хорошо ездить стало, намного проще. То есть по времени везде успеваешь, все как бы нормально.
Однако пассажиры нередко жалуются на нехватку общественного транспорта и его техническое состояние. Парадокс. Но у владельцев автопарков машин достаточно. На некоторых предприятиях простаивает больше 20 исправных автобусов. Их бы и готовы выпустить на линию, но нет водителей. Виталий Овсянников, технический директор в транспортной компании. Мужчина говорит, что за последние 2 года не приняли в штат ни одного молодого сотрудника. Они просто не приходят. Состав рабочих 45+. Несмотря на то, что для водителей готовы предоставить все условия для работы. Есть комнаты для жилья, то есть предоставляем жилье водителям с деревень, сел, да, если приезжают к нам сюда. Но, вероятно, люди просто не хотят работать за те деньги, что предлагает рынок. Мы решили посмотреть, какая зарплата сейчас у водителя автобуса. Объявления есть на многих сайтах и везде примерно одинаковые цифры – 25 тысяч рублей. Причем за график 2 на 2 и 10-часовой рабочий день. Многие скажут – копейки. Вдобавок ко всему, водителям тяжело физически и морально. Профессия становится не айс. Работы много, работа тяжелая. Хотя раньше вообще горя не знали, проблем не было. Не знаю, что с народом происходит. Кстати, сегодня одной из главных проблем общественного транспорта – кадровый голод – обсуждали и в мэрии. Вопросы стимулирования работников, ну, то есть водителя, да, то есть повышение заработных плат. Сейчас мы обсуждаем. Получается, решить проблему с нехваткой водителей можно только с помощью повышения зарплаты. Вопрос в другом, смогут ли предприятия себе это позволить. Есть мнение, что ситуация с мостом заставит пересесть на общественный транспорт. Отсюда и пассажиропоток большой будет. Соответственно, прибавится и бюджет. И уже тут можно думать про поднятие зарплат. Но так ли это будет на практике? Вопрос открыт. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Парк, аттракционы и мороженое – все это ассоциируется с 1 июня, Международным днем защиты детей. Какие сейчас у подрастающего поколения супергерои и кем они хотят стать, когда вырастут? Взрослые ответы от детей далее. А какая у тебя самая большая мечта? Ну, наверное, полететь на море, купить детский мир. Весь детский мир купить? Да. Какая твоя самая большая мечта? Завести собаку. Я хочу, чтобы мои родители, у них было все хорошо, и чтобы они были здоровы. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ветеринаром, парикмахером. А кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Русалкой. Доктором. А почему именно доктором? Потому что, когда маме плохо, я ее как-то, каким-то способом лечу, но не понимаю, как. Кто твой самый любимый супергерой? Человек-паук. Человека-паука и все. Чем он тебе нравится? То, что он по паутине пуляется. Бэтмен. Почему он? Ну, потому что он летает, он черный, мне нравится немного черный. И еще он появляется в ниоткуда. А папа у тебя супергерой? Нет. Хотя он супергерой, он прячет куда-то игрушки. И в продолжение Дня защиты детей. Барнаульского школьника наградили за героический поступок. Зимой прошлого года он помог полиции задержать грабителей. Слова признательности, а также награду барнаульцу сегодня адресовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Подробности в нашем сюжете. Грамота МВД России награжден Горецкий Максим Евгеньевич. В свои 14 лет барнаульский юноша получает награду от самого министра внутренних дел России и генерала полиции за мужество и активную гражданскую позицию. В ряды юных героев он попал наравне с другими школьниками, кто также не побоялся бороться с преступниками. Особая сила духа и самоотверженность требуется, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем. Каждый из ребят, став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, отреагировал грамотно и решительно. Случилось все прошлой зимой. Максим привычной дорогой возвращался из школы и заметил страшную картину. Двое нетрезвых, мужчина и женщина, отбирали пакет с продуктами у пожилого человека. Да ну, ты че? Но многие люди, к сожалению, проходили мимо. И поэтому я вызвал полицию, потому что отец меня учил, что
Всегда нужно помогать слабым в трудную минуту. После приехал наряд полиции, и грабители были задержаны. Доказательством преступления стало это видео, которое мальчик снимал на телефон. Радует, что то, что в наше время существуют такие неравнодушные дети. Он же неравнодушно не прошел. То есть как бы я рада, я горжусь даже своим учеником. И, конечно, особую гордость сейчас испытывают родители. Они уверены, Максим станет достойным примером для своего младшего брата. Анара Шагирова, «День с толком». Кардинально ситуация не поменяется. Так говорят алтайские туроператоры об отмене ПЦР-тестов для въезда в Турцию. Об этом стало известно сегодня. Теперь туристам, чтобы въехать в страну, достаточно лишь иметь при себе загранпаспорт. Сейчас, когда отменяются ограничения, ковидные ограничения по большинству стран, многие воспринимают туристы это как, не надо ПЦР, ну хорошо, ладно, баба с возу, кобыли легче, как говорится. Конечно, для семьи сдача ПЦР-теста это как минимум 1200, там, 1400 рублей, ощутимый на одного человека, это ощутимая статья расходов, которые спокойно можно потратить на то же мороженое. Резкого увеличения числа туристов в Турцию из-за отмены ПЦР-тестов не прогнозируют, но, вероятно, в выборе направления для отдыха этот факт для многих станет плюсом. Одной формальностью станет меньше, говорят туроператоры, и надеются, что вслед за Турцией решение об отмене ПЦР-тестов для въезда примут и другие страны. Зато уже сейчас известно, что тысячи туристов со всей страны, которые поедут этим летом на отдых в наш регион, а также в Республику Алтай, увидят то, за что может стать стыдно. Часовня на месте гибели народного избранника Михаила Евдокимова вновь нуждается в реставрации. Напомним, часовня находится на повороте в село Плешково, это зональный район. Местные жители, конечно, пытаются привести ее в порядок, но если сил и энтузиазма у обычных сельских жителей достаточно, то вот средств явно не хватит. Могут ли районные власти протянуть руку помощи и восстановить мемориал, к которому ежегодно стекаются десятки тысяч человек? Валентина Аскирова продолжит тему. Роковой поворот на село Плешково – остановка памяти для всей страны. Именно здесь почти 17 лет назад оборвалась жизнь народного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 7 августа 2005 года он разбился на Чуйском тракте. С тех пор люди возлагают на место гибели цветы. И даже те, кто не останавливаются, просто проезжают мимо и сигналят в память о народном любимце. Часовню на месте гибели Михаила Евдокимова построил анонимный меценат. Явно с надеждой, что за ней продолжат ухаживать. Но никто так и не осмелился возложить на себя груз ответственности. 2 года назад мы уже рассказывали, в каком состоянии находится часовня. Колонна, плитка, все разрушается на глазах. Несколько лет назад, после огласки в СМИ, часовню на месте гибели народного избранника Михаила Евдокимова наконец отреставрировали. Но не прошло и 2 лет, как часовня вновь переживает свои не лучшие времена. Штукатурка потрескалась и осыпается. В последнее время от местных властей, от муниципальных, и вообще как бы, ну, такого внимания уже нету. То есть, вот, ну, сами видите, как бы, ну, уже и осыпается штукатурка, хоть бы маленько взять, подкрасить. В администрации Плешковского сельсовета часовни открестились. Говорят, не на их балансе, но добавили. Работы по благоустройству и реставрации проводятся. В прошлом году была полностью убрана старая штукатурка. Было по новой все оштукатурено. Выкладывалась по новой плитка. Полностью все красилось. Ну и плюс к тому постоянно чистим территорию вокруг. Кто ее ремонтирует? За чей счет? Вот тоже у меня такой информации нет, к сожалению, я не могу сказать. Власти зонального района также пояснили, что часовня никому не принадлежит. Все восстановление ложится на плечи волонтеров и неравнодушных. И мусор убираем, все субботники, что берем, организовываем. Как бы, ну, место не забываем, как бы помним. Некоторые люди оставляют пожертвования, но хватит ли этих средств, чтобы отреставрировать мемориал за 2 месяца? Ко Всероссийскому фестивалю «Земляки», который ежегодно с размахом проходит на родине Михаила Евдокимова в Верхобском. А ведь на это мероприятие выделяются миллионы рублей. Помним, любим. Еще детям рассказываем. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. «День с толком». Зловоние, антисанитария и все это на территории туркластера. Жители Барнаула пожаловались на пикантную проблему. Туалеты на набережной живут своей жизнью. В них никто не проводит уборку, и поэтому многие предпочитают справлять нужду в кустиках. Тему продолжит Анастасия Наборщикова.
Территория хорошего настроения – это про набережную речного Барнаула. Важно улыбаться и быть вежливым, музицировать, разделять стекло от пластика, а еще убирать экскременты со своими питомцами. Мы решили проверить, так ли это все сегодня. 4 года назад набережная заметно изменилась. На ее преображение потратили 180 миллионов рублей. Сегодня это место – точка притяжения горожан. И все бы хорошо, но есть камень преткновения – общественные туалеты. Тогда на их оборудование и благоустройство потратили 3,5 миллиона. Но спустя год после строительства люди прятались в кустах. В 6 часов вечера туалетные кабинки были на замке. В 2019 году в мэрии нам сообщили, что биотуалеты сданы в аренду индивидуальному предпринимателю. Но уже в следующем сезоне было решено взять их под контроль муниципального предприятия. Сегодня жители Барнаула готовы сами рассказать, как выглядят уборные. Они неухоженные и там неприлично. Допускаю, он был бы платный, он был бы как бы чистый. Ой, там очень грязно. Фу, там что-то воняет так. Воняет? Да. Бесплатный туалет на набережной есть. Здесь две кабинки, одна закрыта, а эту мы вам показывать не будем. Тут кто-то промахнулся. В конце набережной есть еще кабинки, отправляемся туда. Внутри раковина, но воды нет, как и бумаги, зато стоит крепкое зловоние и железный замок. Наверное, вы заметили, что второй туалет всегда для инвалидов. И здесь, как и там, он всегда закрыт. Вывод прост, санитарные нормы нарушены. В документе Санпин указано, в туалетных кабинах должна быть туалетная бумага, а еще крючок для одежды и мыло. Важнее только чистота. Поэтому мы решили узнать, а вообще, какой он идеальный туалет для барнаульца? Он должен быть без запаха, чистым. Био, наверное. Да. Туалетная бумага, чтобы была, чтобы раковина была, мыло, зеркало в лучшем случае еще. Как в изумрудном, в общем. Территория хорошего настроения сегодня, похоже, держится на улыбках людей. Это первый пункт. О других говорить не будем, важно разобраться с туалетами, ведь в конце концов набережная является частью туркластера, и зловонные кабинки явно портят его имидж. Мы отправили запрос в мэрию, чтобы выяснить. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульских школьников начали учить кибергигиене или как не стать жертвой мошенников в интернете. Такие знания дети получают в летнем профильном лагере. Там школьники изучают программирование и робототехнику. Первая смена лагеря уже стартовала. Моя коллега Анара Шагирова продолжит. Мячики в первую, банки во вторую. Наводить порядок в комнате при помощи робота, наверное, мечта любого ребенка. Особенно если этим роботом можно управлять со своего телефона или планшета. Такие технологии не на каждом уроке информатики освоишь, а вот для участников профильной смены при Центре цифрового образования IT-Куб это не мечта, а реальность. Теперь я понял. А это уже другой кабинет. Здесь творят начинающие разработчики. Угол 144 градуса. Сейчас мы программируем так, чтобы... Черепашка рисовала фигуры так, чтобы было все правильно, и можно менять цвет, форму. Тебе как девочке вообще это интересно? Да, мне очень интересно. В будущем я хочу вступить на программирование. А еще этим детям не понаслышке знакомо слово «кибергигиена». Они уже знают, как правильно позиционировать себя в сети и защититься от злоумышленников. Этому здесь тоже учат. Подумай, какие фото загружаешь в интернет. Какой создашь себе образ. Так все и будут к тебе относиться. Лучше не выкладывать как раз таки дорогие вещи, личные данные, то есть номера банковской карты. Если выложить фотографии друга без его согласия, то это будет невежливо по отношению к нему. Именно такие темы должны быть в центре внимания, когда ребенок сидит у монитора, считает методисты. Ведь зачастую именно дети становятся жертвами мошенников при, казалось бы, вполне безопасном скачивании очередной игры. Дети на самом деле очень хорошо все понимают. Надо просто им показать, например, что недостаточно почистить историю браузера, чтобы никто не узнал, сколько ты часов в интернете просидел, там, играя в какие-то игры. Что история браузера хранится только на твоем локальном компьютере, в то время как глобально она еще во многих разных местах отобразилась и будет еще годами храниться на разных серверах. То есть нужно детям это все просто объяснять. Они тогда лучше запоминают, они тогда начинают тебе верить, они начинают понимать, что вот этот мир гораздо больше. В центре IT-Куб такие смены проходят 3 раза за летние каникулы. Это больше 100 учеников из разных школ города. Участие в профильном лагере бесплатное, главное вовремя зарегистрироваться. А еще с сентября по май в центр можно приходить после школьных уроков и прокачивать свои скиллы в области программирования, робототехники и, конечно, кибербезопасности.
Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Ищите нас в соцсетях и до встречи в эфире.